Почти на память Нурадина Расулова, погибшего в ходе антитеррористических мероприятий локального характера против армянских сепаратистов в Карабахе. Расулов Нурадин Акифоглу родился в 1991 году в городе Физули. Еще в двухлетнем возрасте он испытал тяжелые дни войны и вместе с семьей был вынужден покинуть родную землю и поселиться в Белоганском районе. Отметим, что Нурадин Расулов посмертно награжден медалью за отчизну и орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Он был женат и имел троих детей.